Смотрите, девочки, у нас в работе вот такое вот изделие. Мы вставили сюда замочек, он между подкладочкой и основным изделием, между подбортом и основным изделием. Сначала замочек притачали к основному изделию, потом шов-шов прошили, вот, пришили вот эту подкладочку. Подкладочку мы пришиваем по кругу, то есть за один прием. Вот тут у нас дырочка внизу оставлена, через которую мы выворачиваем все. И подложили паутиночку вот сюда. По всему низу у нас вот такая паутиночка сделана. Мы вот так вот за один прием прошили все вместе. И под борта, и горловину, и низ изделия. Вывернули, даже рукава мы пришили. Мы их тоже потом вывернем, и вы увидите, что будет у нас все в порядке. Теперь начинаем выметывать. Процедура выметывания достаточно вам привычная. Делаем это все с изнаночной, с нижней стороны. Здесь аккуратненько заложила я конвертиком, потому что я не люблю высекать уголочки. У меня получилось вот здесь достаточно аккуратно, тоненько, и какой-то большой шишки в этом месте нет. Потом разворачиваемся на подбортик. На участке подбортика мы выметываем вот так вот на ребро, говорят, да? Видите, потому что здесь мы ничего не высекали. И на участке подбортика я выметываю этот шовчик вот таким вот образом, на ребро, безо всяких перекатов. Дальше начинается подкладка. Подкладку мы укорачивали, и она у нас будет выглядеть в готовом виде вот так. Поэтому, дойдя до подкладки, мы опускаем ее и начинаем заметывать только низ изделия. А сама линия низа у нас как раз показана вот такой вот ниточкой. И мне очень легко и просто вот так вот заметывать вот эту линию низа. Я ее до конца заметаю, потом у меня будет утюжка. И во время утюжки у меня подкладочка, так как мы ее укорачивали, будет выглядеть вот так. И в момент утюжки у меня приклеится вот этот припуск, потому что я туда пристрочила, прикрепила вот такую паутиночку. Эта паутиночка будет держать наш припуск намертво, и она окажется между одним слоем дублерина и вторым слоем дублерина. То есть, если паутинка оказывается на незащищенной стороне, она может отвалиться раз, во-вторых, она может проступать вот здесь лица два, так делать не нужно. Если мы пользуемся паутиночкой, всегда следим за тем, чтобы она оказалась на припуске, который тоже проклеен. Будет это выглядеть здесь вот так. Ну и дальше все вы понимаете. Вот, собственно говоря, все, что мне хотелось вам показать. Главное, как оформить вот этот вот уголочек. Все. Всем добра.